Привет, друзья! Украина получит американские танки М1А2 Абрамс. США планируют передать 31 танк. Сроки передачи пока не ясны. США передаст танки Абрамс М1А2 без секретной брони с объединенным ураном. Стоит отметить, при повреждении такой брони возле танка опасно находиться без противогаза. О танке Абрамс на сегодняшний день рассказано много. От хвалебных статей до критичных. Танк версии М1А2 Абрамс появился в 1992 году, после чего неоднократно улучшался. Танк участвовал во многих конфликтах. В 1991 году в Ираке танки версии М1А1 Абрамс хорошо себя проявили. Количество потерь 23 штуки для такого конфликта считается небольшим. Во втором конфликте в Ираке в 2003 году участвовали танки М1А2 Абрамс. В результате партизанских боев в городских условиях танки оказались уязвимы. Танки поражались из ручных гранатометов под башенную и боковую нижнюю часть. Уязвимы оказались и верхняя часть башни и корпуса машины. К концу 2006 года безвозвратные потери составили 34 танка. Большинство их от применения гранатомета РПГ-7. Из всего этого можно сделать вывод. Танк достаточно силен в лобовых боях на открытой местности. В условиях города или лесистой местности танк уязвим. Стоит отметить, в городе уязвим любой танк. Лобовая броня танка многослойная. В последних модификациях М1А2 SEP применяется броня третьего поколения. Более ранние версии лобовой брони уязвимы для БТРК. С каким бронированием будут танки на Украине, неизвестно. Бронирование танка отразилось на его весе. Он составляет 62 тонны. В полном обвесе он доходит до 72 тонн. Для эвакуации танка будут созданы специальные подразделения. В танке установлен независимый тепловизионный панорамный прицел командира и тепловизионный прибор наблюдения для механика-водителя. Установлена боевая информационно-управляющая система IVIS. На танке установлена немецкая гладкоствольная 120-мм пушка М-256. Скорострельность при опытном заряжающем 10 выстрелов в минуту. Боезапас танка 42 снаряда. Мощность двигателя танка 1500 лошадиных сил, что позволяет ему развивать скорость на шоссе до 66 км в час. Экипаж танка 4 человека. Средняя стоимость танка М1А2 Абрамс 6 миллионов долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.